Здравствуйте, мои дорогие подписчики, вы находитесь на канале Англичанка, меня зовут Настя, и сегодня я расскажу о том, как я буду худеть в ближайший год. Это открытие я сделала в гостях у диетолога, к которому меня направил врач-эндокринолог, и... Вот реально можете сказать про меня, как будто я с луны свалилась. Не зря я маме в детстве говорила, мама, может, я иноплатиянка, <laughs> потому что я всегда была не от мира а всего. Но суть сегодня не в этом, а суть в том, что оказывается, ларчик-то просто открывался. Диетолог сказ... спросила меня, чем я питаюсь в течение дня? Я говорю, ну вот сегодня я покушала с утра творожок, днем салатик с курочкой, а, ну и это так как это было после обеда, поэтому вечером я планировала съесть еще что-то типа салата. Говорю, вроде бы я не так уж и много ем, но у меня есть проблема со сладкими. Я очень люблю сладкое, я сладкоежка. Она говорит, стоп, это все понятно, что ты ешь не так уж и много, но где твои углеводы? Я говорю... Извините, пожалуйста, но я не очень разбираю, что такое углеводы, что такое жиры, белки и так далее. Говорю, что такое углеводы? Она говорит, ну каши, крупы и все такое. Я говорю, я вообще это не ем, но ем иногда вермишель, очень редко. Хлеб тоже истребила, сахар пытаюсь вот сейчас с сахара уйти, она говорит, так ты понимаешь, что ты не ешь медленные углеводы, ты набираешь сахар, за счет этого у тебя появляется энергия буквально на час, потом ты опять набираешь сахар, и организм все это запасает, потому что ему не хватает медленных углеводов, которые тоже дают тебе энергию, но они уходят из тебя медленно, не так, как сахар, там за 3-4-5 часов. Я говорю, нет, не знаю, а что это, а как? Я даже слово углеводы-то не знаю, я помню Carbohydrates, Carbohydrates, блин, я даже по-английски не могу это произнести, но что-то карбо было, углеводы, ну блин, ну когда-то мы в школе это учили, что-то там проходили по биологии или анатомии, ну, она говорит, да, к сожалению, в нашей... Советской и постсоветской практики родители не следят за питанием детей, не знают а, про а, такой режим и вот про все вот эти вот, а, ну то есть, к сожалению, родители не научили нас изначально питаться правильно, а правильно мы должны питаться так: два раза в день мы должны принимать вот эти вот медленные углеводы, это каши, крупы. Там овсянка, пшено, манка, что там еще сейчас? Вот модный кускус, киноа, всякие булгуры и так далее. Иногда можно вермишель, но только твердых сортов. Картошку вообще истребить. Я говорю, я картошку уже давно не ем очень редко тоже, в общем я все ем очень редко и в основном сижу на салатиках с мясом или с рыбой, а оказывается она говорит у тебя понимаешь, что организм стрессует и он запасает все в прок и поэтому у тебя такой живот, он не убирает у тебя, он просто наращивает все, он думает, что ты живешь в военных условиях, что война голод и он у тебя просто запасает все, все, все вот это вот э, органические все эти полезные вещества, чтобы ты не умерла. Сейчас говорит такого нет, поэтому переходи на каши, крупы два раза в день у тебя должно быть это основное блюдо. Да, с мясом там с чем-то, с рыбой, ну с какими-то дополнительными ингредиентами, чтобы ну не просто каша была. Ну хочешь, ты говорит, можешь и варенье добавить и каких-то ягодок. Но чтобы круп вообще не было, а я, насколько помню, наверное, лет 30 уже не ем вообще никаких круп. Ну, очень редко бывает там какую-то кашку. Кстати, в Англии-то я на овсянке часто довольно-таки сидела. Я думала, это реально английская еда. Кроме меня, из англичан никто ее не ел. Ни разу не видела, чтобы они ели овсянку. Тоже очень интересная такая заметочка. Вот. И в итоге она говорит, ну давай посмотрим, сколько ты скинешь за месяц, вот переходи на такое питание два раза в день, ты ешь медленные углеводы, ну и одну порцию чего-нибудь, что ты там хочешь любого из продуктов, Сахар, да, хорошо, что ты начинаешь истреблять его из себя, но заменяй его сладкими фруктами или какими-то сухофруктами. В общем, все, говорит, можно оставить так же, как и есть, но только добавляй каши и крупы в свой рацион. И вот уже неделю я сижу на таком рационе. Мне, кстати, очень стало нравиться что-то готовить новенькое. Мне тут и подружка подкинула пару советов, рассказала и показала, что можно делать. И рассказала, какими рецептами она пользуется. Поэтому, так скажем, с этого момента я еще и начинаю диетическое направление на моем канале. То есть готовка, что я ем и как я худею. Посмотрим, поможет ли мне это. Если поможет, то очень всем буду рекомендовать, потому что я знаю, многие женщины мучаются с лишним весом, не только я одна. И будет нам всем счастье. Пока на этом все. До новых встреч.